Если хочешь поменять мир, начни с самого себя. Здравствуйте, уважаемые зрители. Это программа «Наш выбор». Почему «Наш выбор»? Потому что именно мы, молодое поколение, сегодня способны выражать свое мнение, доводить его до общества и до властей. Сегодня в нашей передаче мы обсудим важный спектр вопросов, касающихся армянской действительности. Что мы приобрели за 20 лет независимости? Почему мы не состоялись как республика? И, наконец-то, когда мы говорим «Республика Армения», мы подразумеваем только Ереван. В чем причина? В 1991 году мы выбрали независимость. Армения объявила себя независимым, правовым, демократическим государством. Мы выбрали капитализм, то есть частную собственность, конкуренцию и свободный рынок. А что мы имеем сегодня? Сегодня вместо этого мы имеем государственно-олигархический капитализм. Это страна, в которой духовенство и олигархи делят между собой собственность народа. Причина заключается не только в том, что властные рычаги используются не максимально эффективно. Хотя нет, они используются максимально эффективно, но эта эффективность направлена не на общественное благо, а на благо частных лиц. В США существует множество штатов, в которых гражданин имеет право носить оружие с целью защиты своих прав от посягательства со стороны властей. Но давайте не будем забывать, в каких условиях и какой ценой Соединенные Штаты Америки достигли такого уровня развитого гражданского общества. Каждый из нас отвечает за свою страну, потому что страна принадлежит обществу. И гражданин Республики Армения должен знать о своих правах и защищать свои права в рамках существующего закона. Сегодня в областях общество находится под влиянием криминальной идеологии. Поэтому в Армении не развивается гражданское общество. И в этом случае мы требуем демократию, конкуренцию и равные условия для развития. Не защищая свои права, гражданин Республики Армения становится соучастником беззакония и хаоса, который творится на наших глазах. Продолжать жить таким образом или начать работать над собой – это наш выбор, меняя прежде всего самого себя и начиная защищать свои права. Наверное, вы спросите, а что, в Ереване все отлично с точки зрения развитого гражданского общества? Конечно, нет. Но по сравнению с областями, прогресс очевиден. Что же послужило толчком этого прогресса? Роль власти, требования времени, информационное поле или рост сознания людей? Почему до 2011 года люди не были настолько активны? Интернет действительно стал тем объединяющим фактором, который позволил людям в открытую выражать свои требования и увеличил рост вовлеченности граждан в общественно-политическую жизнь. Время постоянно меняется, и власть того или иного государства, независимо от своей воли, должна соблюдать те принципы, которые предпринимаются великими демократическими государствами, и следовать тем ценностям и идеалам, которые определяются теми же демократическими государствами. В современном мире протекают процессы глобализации. Это прежде всего экономическая глобализация, которая связывает государства теснейшим образом между собой. Локальные частные проблемы отдельных стран давно перестали быть таковыми, превратившись в глобальные общемировые. Армянский народ не имеет права на военный переворот. Ни одна капля крови не должна быть пролита во имя революции. Мы не говорим о такой революции, мы говорим о революции сознания. В данном случае это не революция, а эволюция. Или мы будем иметь развитое гражданское общество, которое знает о своих правах и защищает их, или будем жить так же, как жили до сих пор. Это наш выбор. С вами был Арман Гукасян. До новых встреч!